Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 10 на странице 53 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Рак, сложенный из спичек, ползет вверх. Переложи 3 спички так, чтобы он полз вниз. Итак, давайте посмотрим, какие спички мы можем переложить и откуда. Мы возьмем вот эту спичку и положим ее сюда. Затем мы возьмем вот эту спичку и положим ее сюда. Затем мы возьмем вот эту спичку и положим ее сюда. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.